Товарищество собственников жилья ДСК имени 12 декабря, что в Расторгуевской части города Видное. Район улицы Центральный. Порядка 300 домов. Тихое, спокойное место среди прекрасных сосен. Своими силами местные жители смастерили здесь детскую и спортивную площадки, живут дружно и мирно. Покой нарушили собственники участка номер 4/6 по первому Павловскому тупику. В один день они прилично увеличили свою территорию, замахнувшись на муниципальные земли общего пользования. Возводят забор на территории вот этого парка нашего, да, как бы себе еще часть земли, как бы, ну, самозахватом занимаясь, мы так посчитали, потому что по-другому это никак не выглядит. Это мы обратились к ним с вопросом, особо вразумительных мы ответов никаких не получили, какой-то нужен заезд куда-то со стороны парка, еще что-то, хотя у них заезд есть с асфальтированного первого Павловского тупика, и нам эти ответы были очень непонятны. Монтаж забора проходил стремительно. По словам местных жителей, рабочих было много и действовали они быстро. Процесс занял всего около 2 часов. Возмущенные таким произволом люди вызвали наряд полиции. Участковый зафиксировал показания всех сторон. Мы просто возмущены тем, что в течение нескольких часов вот на этой территории построили вот это безобразие. С этим надо бороться. И мы просим администрацию помочь в этом вопросе. Линии коммуникации теперь оказались за забором. В случае чего соответствующие службы не смогут к ним свободно подойти и что-то починить. Или вот, например, столбы освещения. Они ровной линией шли до угла улицы. Теперь один из столбов находится также за ограждением. Местные о своих соседях мало что знают. В общественной жизни они не участвуют, с людьми не контактируют. Говорят владельцы, пара пенсионеров, которые и раньше вели себя, как им вздумается. Они тихие, никто не видит, но тем не менее самозахваты у них были. То есть это у них было в планах. Уже осенью у нас было известно, нас поставили перед фактом, то, что здесь будет вынесен забор. Потому что вот Тоя была посажена буквально осенью, у нас даже на камеру заснято. Ближе к вечеру на место приехал депутат по этому избирательному округу. Гаджимурат Гаджимуратов сразу взялся за решение проблемы. Следующим же утром вместе с председателем товарищества он был в администрации Ленинского городского округа. Оснований для строительства забора никаких нету. Нету ни договорных отношений арендных, нету никаких оформлений, нету кадастровых действий, никому не дано право, так как он считает нужным, хапать, захватывать, это никому не позволено, и в нашем городском округе этого не будет. Местные жители готовы бороться и намерены добиться демонтажа забора, сколько бы сил и времени это ни заняло. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.